Теперь о том, как на эти соревнования попасть. Таких очередей в билетной кассе Казани еще не видела. Наплыв начался сразу после церемонии открытия универсиады. Как получить квитов, не потеряв время? В следующем сюжете. Руслану Рахмаеву повезло, купил билеты на соревнования за 10 минут. Говорит, не смог сделать это раньше из-за работы. И таких, как он, в первые дни соревнований оказалось больше 60 тысяч. Именно столько продали билетов за последние 3 дня. Как результат, огромные очереди к кассам. Сегодня они стали исчезать. Дополнительные пункты продаж открылись в МКЦ Казани, отделениях Почты России, компании «Таттелеком», отделениях Акбарсбанка, инфоматах электронного правительства. Мы проехали несколько точек, там были очереди. Сейчас приехали в НКЦ, тут без очереди. К НКЦ «Казань» запустили даже бесплатные автобусы от тех касс, где многолюдно. Кроме того, продают билеты теперь без паспорта, а электронный не надо менять на обычный. Также в пунктах продаж появились консультанты. Они помогают тем, кто в очереди, заранее оформить заказ. Когда вы приходите на кассу, к вам сразу подходит молодой человек, либо девушка с айпадом, сразу спрашивает вас, куда вы хотите пойти. Пока идет очередь, он уже полностью у вас поинтересовался, сказал вам полностью все виды спорта и оформил вам заказ. Мы сейчас приняли решение, что кассир больше не отвечает на никакие вопросы. Он распечатывает заказ, чтобы, соответственно, люди не стояли. А если билеты на любимый вид спорта закончились, не стоит унывать. Их можно будет приобрести на месте у менеджера зала. Конечно, при наличии свободных мест. Альбина Шакирова, Екатерина Белалова, «Вести Татарстан».